Со вчерашнего вечера не могу дозвониться до Рюзгара. Он словно безумец убежал после случившегося, и телефон не включает. Я уже начала бояться за него, Мэрт. Адвокат вскроет завещание. Где этот парень? Ты куда? За твоим сыном. Рюзгар? Давай вставай, не трогай меня. Рюзгар? Как ты думаешь, почему я заставил Налян выйти замуж за Юсуфа, хотя знал, что она беременна от меня? Мэрт! Хватит уже. Ясно? Не играй со мной. Потому что если бы Юсуф женился на Налян, то между тобой и Адой не осталось бы преград. Я отказался от своего ребенка ради тебя. Раз все вышло наружу, где твоя жена? Где твой ребенок? Почему они не рядом с тобой? Потому что я плохо обошелся с Налян. Очень обидел ее. Возможно, я уже потерял ее и своего неродившегося ребенка. И все это случилось еще до того, как я заставил Налян выйти замуж за Юсуфа, чтобы ты был счастлив. Ради тебя. Теперь перестань вести себя как ребенок. Приди в себя. Папа еще не все нам сказал. После обеда придут адвокаты с завещанием. Будет хорошо, если ты будешь там. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.